Всем привет! Вы на канале «Делаем сами своими руками». И сегодня я вам покажу, как сплести вот такой браслет из бисера на станке. Перед началом просмотра не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Всем приятного просмотра! Итак, для этого нам понадобится станок. Вот такая вот схема, которую вы можете начертить для удобства. И определенные цвета бисера. Если вы хотите подробный разбор, как плести на таком станке, то вы можете перейти по ссылке в описании на мои прошлые видео и посмотреть, как плести на таком станке. А вам приятного просмотра! Итак, сейчас я вам объясню коротко, как плести на таком станке. В общем, мы берем, набираем столько бисеринок, сколько показано у вас в схеме. У меня это 17 штук и определенных цветов. То есть сейчас я набрала 2 голубых, 1 синюю и 14 голубых. Вот. Мы это набираем и теперь просто продеваем иголку под нитками. И нам нужно каждую бисеринку продеть в эти ячеечки. Вот таким вот образом. Первые ряды сложно очень продевать, поэтому я вам показываю с третьего. Всего рядов у меня в схеме 60. 18 бисеринок. Вот, видите, оно вот так вот продевается. Теперь мне осталось остальные продеть. Следите, чтобы в одной ячейке не было по 2 бисеринки. В общем, чтобы все было красиво. Вот. И теперь, когда мы проделим вот так вот пальцем придерживаем и продеваем и иголку с ниткой в бисеринки. Только опять же следите, чтобы иголка не прошла под вот этими вот белыми нитками, потому что бисер будет торчать и это будет смотреться некрасиво. В общем, следите, чтобы все было как надо.
Вот такой вот браслет у нас получился. Это можно использовать не как браслет, а просто как-то куда-то повесить. Вот, кому понравилось видео, ставим лайки. Не забываем подписываться на канал, ставить колокольчик и писать комментарии. Вы были на канале «Делаем сами своими руками». И всем пока!